Так, у нас как это обхватить все? Давай отсюда вот отхватим. Это такой простой метод узнать, сколько потребляет агрегат. В данном случае мы смотрим АБС. А что так мало? Зажигание включил? Да. 3 ампера. Надо же сбросить, он тогда чистый нам покажет. Угу. Мотор. Что-то я не могу своей зайти никак. Ну, что-то там видит, но блок АБС я там все стороны перебрал. Дальняя всегда с него потом. ПЛ клапан закрыт, ЗП клапан открыт. А булькает что-нибудь там? Нет, вот тут. Ничего не булькает, ЖК. Ну тогда надо отменить. Это он сейчас качает, просто выгоняет, а там она... Ну просто давление создает. Да, создал давление. Хорошо. Давай-ка я сейчас это, туда... Машину... Сейчас мы прокачиваем якобы все тормоза. Как-то в одном обзоре я говорил, что ток на столе будет совершенно другой, потому что там импульсник мы применяем, а в натуре, когда с аккумулятором система, тогда будет совершенно другой, гораздо больше. Вот, поэтому я сейчас смотрю, сколько потребления тока для двигателя. Что у нас тут с тормозухой? Да, она нифига не ушла. Так, я могу покрутить педаль? Да, потыркай. В общем, понятно, сбрасывайте клещи на ноль, ставить минус аккумулятора. Нифига. Включаете зажигание, опять сбрасываете на ноль. Тогда вы увидите что-то лишнее, что потребляется. В данном случае АБС. 7 ампер он так нормально жрет. Ну, покуда эта песня длится, я сделаю диагностику автомобиля, особенно мотор, посмотрю. Давай будем качать, нафиг. Так быстрее будет. Так, движок только носил. В тачку. Нет, ну, давай, поднимай, прокачиваем быстро 5 минут. Да, вы можете пока... Смотри на девайсы. Ой. Да я и насмотрелся за свою жизнь на это говно. Так его восстановить можно еще. Хватит, я боюсь. Что? Да давай, качать будем. Так, давай заведемся. Ой, я еще передачи не включил. А что она не врубается? А? Качаю, качаю. Держи. Качай. Ну хоть всю тормозную систему промыли. Держу. Нажми, держи. Проваливается, но я держу, держу. Давлю. О! Держу. Нажми, держи. Держу. Тормозуха загорелась, да? Ну, брейк. Там уровень упал, наверное. Брейк. Долил? Да, долил. Погасло. Это самое. Слышишь, давай я тебя еще раз подниму сцепление на всякий случай. Тоже одна фигня. Давай. А сколько температура охлажденки? Надо ее прогреть, конечно, до максимума бы.
Температура маленькая еще. Провалилось. Сцепление качай. Нажми, держи. Оно провалилось, сцепление. Сцепление? Да. Ну ты его ногой подцепить можешь, нет? О, подцепил. А заглуши машину, я тебя ни хрена не слышу. Давай, качаем. Поднял, да? Да-да, качаю. Ну, нажми, держи. Провалилось. Качаю. Видишь, завальцовано, здесь завальцовано, а здесь лопнуло. Ну, внизу вода, видимо. Тут тормозуху кого никогда нет. Вон как разорвало. Ну да, ее вон, видишь, она идет здесь. Кошмар. Здесь просто порвало. Ну, так же и АБС, наверное. Ну, наверное, на тормоза давил, она не тормозит, он так ногой стукнул, что оно стреляет, как это, как ружье, если резко нажать. Это сцепление, блин. А, это сцепление ты мне показывал? Это сцепление. Это самое. И заберем